Неужели капля справедливости, но возможно в нашей стране? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане осужден на 13 лет колонии за избиение солдата-сержант. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Хатлонский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Сидика Сайдулоева к 13 годам колонии строгого режима по уголовному делу, возбужденному по факту смерти 20-летнего солдата таджикских погранвойск Миралиба Киева. Родные погибшего солдата-пограничника заявили, что намерены подать в суд на двух офицеров воинской части 0507 ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана за то, что они не предотвратили трагедию. Как сообщили из Хатлонского гарнизонного военного суда, судебное заседание прошло 5 апреля в расположенной в районе Мир Саид Али Хамадони воинской части с участием родственников погибшего солдата. Сержант Сидик Сайдулоев был признан виновным в злоупотреблении служебным положением и превышением должностных полномочий и приговорен к 13 годам колонии строгого режима, отметил источник в суде. Признал ли Сайдулоев свою вину в инкриминируемом преступлении, не сообщается. А как вы относитесь к такому наказанию? Согласны ли вы с ним? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Келдиор Бакиев, отец погибшего солдата-пограничника, 8 апреля заявил, что удовлетворен приговором, но недоволен тем, что двое офицеров воинской части, не предотвративших трагедию, остались безнаказанными. В зале суда нас, родственников, было 10 человек. Перед вынесением приговора мы попросили у судьи спросить у двух командиров воинской части, почему они не вмешались, когда сержант в присутствии других солдат жестко избивал моего сына. Судья задал им этот вопрос. Ответа не последовало, рассказывает Келдиор Бакиев. Гособвинитель ранее просил для обвиняемого Сидика Сайдулоева 14 лет и 8 месяцев колонии. Мирали Бакиев был призван в армию в мае прошлого года и в ночь на 17 января был избит старослужащими на блокпосту в Фархор районе. Его похоронили 19 января в родном городе Пинджикенте. Военный прокурор Кулябского гарнизона Фирус Раджабзода ранее на пресс-конференции заявил, что солдат-пограничник Мирали Бакиев был избит командиром младшего звена. Сержант нанес ему два сильных удара, один в область сердца, что привело к смерти солдата. В отношении сержанта возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением и превышение должностных полномочий. Он арестован, добавил военный прокурор. Келдиор Бакиев говорит, что Мирали мечтал стать инженером-дорожником. Его призвали в армию во время учебы в дорожном техникуме. Мирали был младшим сыном Келдиора Бакиева, отца восьмерых детей. Таджикские правозащитники говорят, что чаще всего в воинских частях именно новобранцы подвергаются избиениям и насилию. По их словам, неуставные отношения в воинских частях стали обыденным явлением. Власти говорят, что в последние годы контроль в воинских частях стал более строгим, а случаев жестокого обращения стало меньше по сравнению с прошлым годом. А вы с этим согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!